И 5 февраля в крае объявлен днем траура. В ближайшее время губернатор подпишет соответствующий указ. Все, кто избрал для себя этот путь, должны быть готовы каждый день к подвигу в полном смысле этого слова. Это не пафос, это реальность, которая, увы, подтверждается жизнью. Сегодня я подпишу распоряжение, которое объявит завтрашний день, пятницу, 5 февраля, днем траура в Красноярском крае. А сейчас я предлагаю почтить память погибших минутой молчания.